Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Ворм, и это игра под названием Fallout, которую мы продолжаем проходить, и остановились мы на том, что идем убивать жирную мразь, если я не ошибаюсь, и хотел я тут помочь собакой справиться все-таки. Или не буду. Я думаю, это псина. Это не псины. Пройти могу, в принципе, спокойно с ними. Я поговорить не могу никак вообще, да? А, можно типа его это... Что это такое? А, применить что-то. Кража. Нет, не могу я обокрасть никак. Ничего там у меня нету. Ладно, пойдемте просто к этому жирному блюдосу. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад нас тут, чё? Ну-ка. Врагу не сдается наш гордый варь. Чё ты несешь? Я просто так не буду его хвалить, не буду ему ничего говорить. Пошел он в жопу. Так, а где у нас там жирный был человек? Здесь, да? Гизмо, да. Он здесь, и мы идем вторгаться в его убежище, чтобы его убить чертям собачьим. Так, а почему со мной не ходит наш дружище? Ничего, не беспокойся. Пойдем со мной. Я не знаю, почему ты не идешь, но ты что-то не идешь. Погоди, а у нас пошел сюда этот чувак-то или что? Бармен же должен был типа сюда прийти тоже. Ну-ка. Да, конечно. Бирки. А, что, если я не хочу их отдавать? No problem. I take them off your dead body. Ага. Да? Ты наймешь кого-то, чтобы делать твое дело за тебя? One is okay. Two is too much. And that was two. Izzo, give me a second. Какой злой, смотрю, у него морда. Ху-ху-ху, такой очка. Сейчас ты сдохнешь, жирный. Ой. Почему не идет со мной это мой товарищ-то? Что такое? Сейчас я тебя, блин, достану, упырь. Сейчас я ему бурстом, короче. Как херакну. Ха-ха! Какая такая коленная чашечка, а, петух? Вау, он пушку достал. Он дважды попал, он меня так убить может. Но не убьет. Ха-ха-ха-ха! Кишки наружу, сука. Бой завершился? Бой завершился. Нормально. Убираем пушку просто. И обыскаем все, что здесь есть. А нехер, потому что просто нехер. Было со мной так говорить. У него есть маузер, смотри-ка, нихера себе. Жрачка. Жрачку забираем. Крышки все мы забираем. И патрончики для маузера тоже забираем. Странно, что не пришел с нами товарищ, который хотел нам помочь. Я не понял. Вы не можете подобрать эту вещь, у нас максимальный груз. Это плохо. Я думаю, та бутылки сейчас мы ему все отдадим. А патрон заберем. Да, и все, а что? Так, откроем дверь тогда. Дверь заперта. Я могу сделать вот так, по идее. А, взлом. И открыли мы дверь. Я красава просто вообще. Творю, что могу. Так, книжная полка. Книжная полка, что это? Сумка. Сумка. Взяли сумку, но хрен с ней, взяли, так взяли. Крышки от бутылки взять не могу больше, да? Могу. Почему не могу? Могу. Не знаю, что за сумка, а проверить я это могу. Как-нибудь эту сумку-то. Потому что непонятная сумка какая-то странная. А где она? Может, в ней крышки были, я не знаю, потому что что-то непонятное. Кровать. Шкаф. Он сам бегает, я даже два раза не прижимаю, не знаю почему, но он сам начал бегать. А теперь не бегает. Ну ладно.
Это что такое? Коробка лапши. Ну пусть будет. Вдруг нам есть захочется. Так, еще шкаф. Окей. А тут что? Тут больше вроде ничего нет. Ну что-то все, выходим. Надеюсь, нас сейчас не сагрится никто. О, дерьмо. Меня сейчас убьют. Охранник Гизма промазал. Лох. Выжил, сука, да? Плохо дело, надо спрятаться куда-нибудь. Сейчас в спину мне. Что-то дарахнет, и я умру. Патроны кончились, дерьмо. Ха-ха, мясо это жесть. Ох ты ж. Промазал. И умер нахер, пидор. Опасна на самом деле тема, если я сейчас расскажу то, что мы тут убиваем людей. Нам устроят здесь ад, наверное. Это я забрать не смогу тяжело, это тоже забрать не смогу тяжело. Это плохо на самом деле. А второй труп я достать не смогу, потому что они друг на друге лежат одинаково. Почему со мной этот-то не ходит? Мне интересно. Дайте инвентарь, давайте стимулятор я использую. Все сойдет. Все что-то разбежались, непонятно почему, куда. А это не ходит за нами. Пойдемте, доложим тогда этому чуваку, то, что мы убили. Вообще он помочь должен был, как бы. Охранники не агрессы, все замечательно тогда. Он должен был помочь, я не знаю, почему он не помогает. Вот теперь он за мной бегает. Я хз, короче, что-то происходит. Тут я не понимаю, мне честно непонятно. Может быть, игра проглючила, может еще что-то. Давайте с ним поговорим. Точним, какого черта, чувак, почему ты мне не помог. Ну и скажем то, что мы типа все сделали, что-то хотел. В смысле? Well, Junktown's not much. From outside, we've had the occasional to-do with the cons, but they've been pretty quiet lately. С ханами. You bet. May not... Well, howdy. What can I do for you today? Бартер. Походу, я сломал игру. Вот серьезно. Блин, я даже не знаю теперь, что делать. Дигла пусть будет, мазер забирай. Ты еще... Тебе даже расплатиться нечем, чувак, да? 27 крышек. Жесть. Блин, а что делать? Я не понял. Я сейчас вот реально я туплю, я не понимаю, что происходит. Пип. А, архивы. Автокарты. Статус. Junktown. Остановите Гизма. И чё? Я вас... Блин, я сломал игру. Какого черта? Блин, надо загружаться тогда. Потому что я не понимаю, что происходит. И непонятно. Как я могу его остановить, если он не работает? Сейчас проведем тогда еще раз, что мне не жалко время потратить. Вам может быть жалко смотреть серию пустую, но, блин, это нечестно, он со мной не идет почему-то. Не работает же. Well, howdy. What can I do for you? Что можно сделать? Это все? Well, if we're too fast for you, just pass on by, pal. It is pal, ain't it? Лучше, чем чего? Да что ты злишься-то? Ты мудак, что ли, вообще? Не пойму. Остановите Гизма, задание у нас есть. Задание у нас есть, то есть вот оно. Вот статус Junktown, у нас есть задание остановить Гизма. А он не останавливается. Какого черта? Ну, то есть, блин, я его расчленил нахер, я ему кишки выпустил. Но при этом что-то игра не засчитала. Этого почему-то. Что, за мной будешь ходить теперь? Теперь он за мной ходит. Мне, типа, я помню, говорил чувак, типа, я с тобой пойду, короче, его убьем вместе. Может быть, он, типа, хочет ночью его убить или что? Давайте подождем, может.
Попробую. Как тут подождать? Отдохнуть. 4 часа. Закрыть. Потемнело, ничего не произошло. Давай еще подольше подожду. Еще 2 часа. Никто не пришел. Я еще отдохнуть могу. Еще 2 часа. Ничего не меняется вообще. Давай еще отдохну. Еще 2 часа. Ничего не меняется, никто не приходит, ничего не происходит. Я не понимаю. Серьезно, я не понимаю, что происходит. Мне непонятно. Нет, еще нет. Да, конечно. Я солгал. You're back. You know, I had to hire someone else to do your work. Опять нападает, короче. А где наш этот чувак в куртке? Я хз, где он, но он что-то не здесь. А, вон он стоит, я понял. Живой остался, сука. Они теперь не умирают, ты прикинь, сейчас меня убьют. А, вызов начал стрелять. Он охранник, что ли, пошел сразу? Да, походу. А что говорит там пип? Во время боя нельзя смотреть лаптоп, ладно. Я реально сейчас не понимаю, придется, скорее всего, гуглить. Что за фигня, если сейчас опять квест не запашат? Косой левый охранник у них. Девка убегать начала. Странное дело. Все, второй побежал тоже в панике. Главное, людей не задень теперь, Ян. Пожалуйста. Бля. Ну окей, ладно, Ян мешает пройти, не дает. Но Ян пройти не дает. А, он упал, уронил просто. А, убежал охранник теперь. Ладно. Да блин, Ян! Нахер ты так встал? Ян сам порешал все, короче. Все? И исчезли все, смотри, нахер. И что скажет пи-бой теперь? Остановите Гизу. Да какого черта, я не понимаю. Короче, я так вот почитал, все делали неправильно. Оказывается, там нужно было идти к охранникам. А еще я кое-что узнал, что если на нас будет надета кожаная куртка, то собака, которую мы пытались убивать и изучать в прошлой части, на самом-то деле все-таки тот самый пес.
Вы получили 100 очков за помощь, и, видимо, собака думает, что вы ее хозяин. Он теперь следует за нами. Вот в чем прикол. А если я теперь изменю куртку? Одежду. Он все равно будет идти за нами или что? Да, все равно следует за нами, замечательно. Теперь с нами уходит наш песик. Это хорошо и классно. Он всегда за нами будет идти? Да! Это тот пес, который, собственно, известный пес в Fallout. Он теперь всегда с нами. Это супер и замечательно. Никому не будем давать его в обиду. Так, а для дальнейшего развития, чтобы у нас шел сюжет с этим гребаным жирным комиком, нам нужно отправиться к охране, которая находится в начале игры. Это жесть, на самом деле, я бы хер догадался. Вот серьезно. Нужно идти вот к этому охраннику, как я понял. Или к этому охраннику, или к этому. Короче, к какому-то охраннику здесь в начале. Кто ты? Нет, спасибо, готово. Значит, не он, значит, не к нему, значит, к этим охранникам. С которыми мы потом отправимся к этому как раз козлу жирному, чтобы его убивать. А, ты готов помочь мне кинуть гизуктю, эту гниду? Порядок, сделаем это. Вот. Значит, расклад такой, Киллиан. В общем, я не мог больше переносить твою вонь, поэтому положу конец. Сразу начинается у нас перестрелка, активная, жесткая. А нам срать, мы сейчас просто уберем и убиваем всех нахер. Ой, я сингл сделал. Черт. Ну ладно. Охранники нам помогают. Этот мудак обиделся, пытался по мне попасть, но не попал. Собака его укусила. И вообще ничего не смогла сделать. Песик. Песик его зовут. Старая гвардия умирает, но не сдается. Как тебе такое... Как тебе такая гвардия? Я должен был пошутить сразу, но у меня не получилось, потому что у меня язык заплетается. На, сука. Ха-ха-ха. Мясо, кровь. Боль. Сделаем два шага вперед, чтобы поближе к гизму подойти. Так, Доггит, осторожнее, пожалуйста. Доггит его зовут на английском, на оригинальном. А неплохо, кстати. 15 жизней, нихера себе. Ого, все, кишки мы выпотрошили без нашей помощи. Мы заканчиваем комбат. Спасибо за помощь. Здесь 500 монет. Будет в нашем городе как дома. Все, мы прошли этот квест. Можем теперь его сдать, по идее. Но перед этим нужно забежать к Гизмо, чтобы забрать у него все, что было в доме. Включая, собственно, тот маузер охеренский, который 1500 крышек стоит. И зайти в комнату потайную, забрать там крышки. Короче, кучу крышек можем получить. Я даже на самом деле не знаю, можно потом зайти, наверное, туда, да? Так, это отель. Нам не в отель, нам вот сюда, нам в Dark Waters. Generous Door. А, кстати, мы получили что-то опыта, очков опыта в случае победы над Гизмо. Пусть подонок гниет по кусочкам, сука. Ха-ха. Нормально. What can I do for you today? А, и все, ты мне ничего не скажешь, да? Ну и пошел в жопу тогда. Чему они благодарны? Не, ну крышки дал, но все же мог бы сказать, типа, спасибо за помощь, там вся херня. Да, прошли мы Джанктаун. Супер. Не знаю, скорее всего, здесь полно побочных квестов, но мы будем делать все, как делаем, поэтому не вижу смысла в чем-то остальном. Убили жирного ублюдка, ну и хер с ним, в принципе. Почему бы и нет? Мы там бежим вообще, нет? Бежим потихоньку. А песик где? Песик тоже догоняет потихоньку, нормально. Так, идем к Гизмо обратно. В лачугу. Охранники могут быть, может быть, нападут, но нет, не нападут. Все, обанкротилось казино. Больше тут никого нет вообще, в принципе. Да и срать я хотел. Так им и надо, суки. Так, обыскиваем теперь все, что тут есть. Все полезное мы забираем. Жрачка нахер. Крышки забираем. Все, да, окей. Гизмо тоже обыскиваем. Забираем у него маузер. Забираем у него крышки. Все. Патроны мы обменяем, я думаю, тогда на что? Что я не использую, кроме гранат? Копье оставлю. Нож. Нож, в принципе, можно ему отдать. А патроны забрать? Да. Почему? А крышки чего не забрал? Все. Во, нормально. Взламываем теперь дверь. Взлом. Ты не в состоянии подобрать отмычку, чё?
Не удался, типа, взлом. Ну ёпта, давай взламывай. Взлом, сука. Ты дурак? Дверь открыта. Обыскиваем шкаф. В шкафу книга, во-первых. Зажигалка. Зажигалка. Серебряная газовая зажигалка можем поставить. Скорее всего, можно ее продать. А мешок-то что дает? Сумка. Сумка средних размеров, сделана из плетенных волос брамина. Не можете взять. Вот факела, кстати, не использую. Не понимаю, что дает сумка на самом деле, потому что сумка, она не отображается в инвентаре. Может быть, она добавляет вес каким-то образом. Но я в этом не уверен. А, нет, вот она вообще лежит. А, мы ее можем вскрыть, там крышки найти, я понял. Все. Дан. Так, еще раз инвентарь. Сумка пропадает, если я ее обыскиваю полностью? Нет, не пропадает. Тогда можно ее выкинуть нахер. Во. А книгу мы прочитаем сразу. Вы не узнали ничего нового. Ха-ха-ха! Обида! Обида вообще. Пустой шкаф теперь. А куда песик пошел? Песик нас больше не признает? Эй, песик! Вы видите собаку, похоже, она следует за вами. Да, следует за нами все еще. А он, Ян, Ян за нами не идет опять. Итак, мы убили жирного мудака. И теперь, я думаю, можем идти куда-нибудь дальше. Не знаю пока куда. Не знаю зачем. Джанк там мы прошли, по идее. Хер его знает как. Shady Sands тоже пройдено. Хранилище 13. Мы не нашли водяной фильтр. Пойдемте тогда дальше просто, куда сможем пойти. В следующий город, который у нас будет на пути. Потихоньку, помаленьку. Ну, потому что я больше не знаю, что можно еще сделать. Тут, скорее всего, есть еще какие-то побочные квесты, но я особо не вижу какого-то смысла в их исполнении. Я думаю, тут можно будет фильтр поискать, но его поискать нельзя. Здесь, скорее всего, какие-то кулачные бои есть, кстати говоря. Сегодня бокса нет, попробую еще раз завтра. Ну, типа, в следующий день приди. Ну, думаю, на обратном пути зайдем обратно в Джанктаун и посмотрим, что тут может происходить, твориться и так далее. А сейчас мы пойдем куда? Сюда. Хаб. Мы пришли в хаб. И тут что-то прям сразу жесткая куча народу, смотри. Это жесткая музыка. Ян с нами, собак с нами. Все хорошо и замечательно. Тут куча народу, которые неплохо так вооружены на самом деле. Переход в следующий город есть. И дома заброшенные, сломанные, но которые, в принципе, наполнены жизнью. Тут поживее, чем в Джанктауне, как ни странно. Потому что я думал, что Джанктаун торговый город, а оказывается у нас хаб тут гораздо более торговый. Скорее всего. Но давайте посмотрим на него уже в следующей серии. В этой серии мы убили жирного мудака и, в принципе, разобрались с тем, что можно тут делать, как быть и так далее. И взяли с собой песика. Да, песик с нами. Вот, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.